Ну что ж, всем привет, с вами Объект, и я поменял свой облик на Happy Tree Friends. И сегодня мы будем разбирать его, El Prospero. Ну что ж, поехали! Баба-бой. Короче, 12-й выпуск Объект реагирует. El Prospero. El Prospero — это аниматор с Коста-Рики, и у него 200 тысяч подписчиков. И у него очень-очень много видео. Давайте посмотрим первое видео. Господи, мои глаза! Они горят! Флэки, ответь мне, пожалуйста, когда ты успел столько детей наплодить? Да и все эти дети — это просто тупо стоковые картинки! Итак, наш Флиппи выбрался из тюрьмы. И к чертям убивает все свое потомство. И его сажают в тюрьму. Браво! Второе видео. El Prospero, скажи мне, пожалуйста, откуда годовалые дети научились говорить? И как этот обобус вообще смог залезть на дом? Короче, этот обобус хочет сделать сюрприз для папы. Это что это? Так вот, какой сюрприз для папы. А это еще один сюрприз для папы. Фух, Объект. Все хорошо. Все спокойно. Этот чертов обобус уничтожил дом Флиппи. Мое говно больше, чем твое. И они улетают в космос. Третье видео. Погоди-ка, как эти обобусы вообще вернулись? И какого хрена этот амогус больше этого амогуса? Причем в два раза. И да, вы думаете, что это милый щеночек? Нет, это свисток. Щенок, который агрится из-за свистка. Но тут почему-то свисток становится злым просто так, а не из-за свистка. Ну, дело в том, что наш El Prospero не знает, что такое канон. Но собаку нейтрализируют. Четвертое видео. Ну, вы сами видите этот графон. Юзлюка. Господи, какая же это срань. Смотрите, Флэки стреляет в воздух! Какого хрена они появились здесь? Что еще там есть? Кажись, Флиппи залез в карабас и угнал в параллельную вселенную. И вот что случилось. Да, женская версия Флиппи, которая ест кроликов. Если что, в Happy Tree Friends есть антропоморфный кролик. Что она ему делает? Да все, я уже не могу это смотреть, выключайте! Какие я могу сделать выводы? El Prospero — это бездарность. И эта бездарность делает анимации, которые даже и по сути не являются анимациями. Это рисовации. И в этих рисовациях нету никакой логики и канонов Happy Tree Friends. Все, его уже не спасти. Взрывайте. Ну что, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.